Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня мы строим теплицу фермер 3,5 грубо на 6,2. Но на самом деле это будет не теплица, это будет навес для бассейна. И будет у него сдвижная крыша. Пока вот собираем каркас, готовим торцы. Сейчас это все дело будем приваривать к основанию. И затем начнем крыть. Продолжаем монтаж. На данном этапе мы прокручиваем направляющий профиль для листов. Укрепляем саморезы с шайбами для того, чтобы в дальнейшем не повырывало из саморезов. Миша у нас этим занимается. Также мы подготавливаем листы вот с такими связями металлическими, за которые будут открывать влево-вправо. Доделали монтаж, докрутили поликарбонат. Также прикрутили цепочки стопорные, чтобы лист не выходил за другой лист, а то иначе потом могут быть проблемы при закрывании. Вот так вот открывается крыша, также стенки поднимаются и двери двухстворчатые. Добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы проводили монтаж теплица, а точнее будет навес делали над бассейном в виде фермера арочного. В чем смысл? Получается, у нас левая стенка, поликарбонат прикручен намертво, то есть он не двигается, но при этом крыша и правая часть вот таким вот образом открывается. Можно дальше задвинуть. Это сначала надо будет крышу задвинуть и потом уже стенку. Сделали по периметру облицовку. Ой, этот отлив, уголок. Все стены. И вот сделали вот такие вот стопорные цепочки. Двери двустворчатые. С этой стороны получается вот такие вот ограничители в виде уголков. Поликарбонат использовался 4-миллиметровый. Каркас изготовлен из профильной трубы 40 на 20 и 20 на 20. Сварки в виде ферм. Если возможно. Высота вот сейчас находится на высоте 1,90 м. Но если поднять выше, дальше листы задвинуть, то получится примерно 2 метра уже высота. Но при этом все равно здесь вот прогон на высоте 1,90 м. Вот он идет. На этом все. Не забываем подписываться, смотреть новые выпуски и также звонить нам, узнавать. Может, что вас заинтересует, заказывайте. Всем пока. Thank you.